В России зафиксировано минимальное с июня прошлого года число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом. По данным Федерального оперативного штаба, со 2 по 9 января зарегистрировано почти на 23% меньше, чем недели ранее. Продолжает снижаться и смертность. За последние 7 дней оперативный штаб зарегистрировал на 10% меньше летальных исходов, чем за предыдущий аналогичный период.